Тратить будем больше, чем зарабатывать. Такой прогноз на следующие 3 года озвучили сегодня на совместном заседании 7 профильных комитетов законодательного собрания. Так, доходы областного бюджета на будущий год депутаты планируют в размере почти 184 миллиардов рублей, в то время как расходы составят 199 миллиардов. В 2022 году доходы составят 184 миллиарда, расходы 190. И только в 2023 область заработает 191 миллиард и потратит столько же. Депутаты направили свои предложения к проекту закона об областном бюджете. Один из акцентов – капремонт школ, больниц и поликлиник и модернизация пищеблоков. Еще одно предложение – предоставить субсидии муниципалитетам на покупку контейнеров.